Александр Пушной, Виктор Шендерович и многие-многие другие. Известная телеведущая, мама троих детей, Татьяна Лазарева. Подходите, никто не уйдет от нас без автографа. С первого взгляда от Татьяны Лазаревой. Поставьте мне, пожалуйста, автограф. Как тебя зовут? Тимофей. Тимофей. Я очень вас люблю, особенно в 33 квадратных метра. Что, Тимофей, кто тебе это показывает? Это же старое все. Внимание, внимание, на стенде издательства «Азбука Атикус» Татьяна Лазарева представляет новую книжку «Мир с первого взгляда». В книге вы найдете цитаты детей, известных личностей Андрей Бережон, Нона Мишаева, Кутылас, Юрий Нашвей, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович. А вы что? Также вы можете задать вопрос Татьяне. Она с удовольствием ответит. Тоже очень любит фотографировать. Я сфотографировала. «Мир с первого взгляда». Можно задать вопрос? Что да. Вы понимаете, это просто всем задаю, что вы понимаете под словами счастье и успех? Равны для вас эти понятия, то есть вы успешны, когда счастливы, или наоборот? У вас есть уникальная возможность сделать подарок вам и своим друзьям. Нет, мне кажется, счастье поставит это какое-то внутреннее состояние. Татьяна Лазарева на книге «Мир как с первого взгляда». Как раз дети, когда маленькие. Никто не останется. Они же ничего этого не достигают каким-то специальным способом. Работая, там, и что-то достигаешь. Поэтому они книжечка просто счастливы и все. Покупая книги «Мир с первого взгляда» Татьяны Лазаревой, 50% стоимости уходит в пожертвование. Здравствуйте. Для Дарьи можно? Фонд, благотворительный фонд с названием «Созидание». А что? Спасибо большое. Пожалуйста. Все фотографии. Издательство «Азбука Атикус» совместно с Татьяной Лазаревой представляет новый проект «Мир с первого взгляда». Книга, которая привлечет не только взрослых, но и детей. Занимательное чтение для всей семьи. Сегодня есть